Так, друзья, всем привет, вы на канале CryptoCommons, быстрый апдейт по ситуации на рынке. Итак, что только что у нас произошло? Мы сильно упали, смотрите, был дамп по всем монетам, и неважно, что это битдао, и у всех снесло крышу, что все это шорт. Но отдаляясь, мы видим, что такие штуки, это то, что нужно покупать на бычьем рынке. И эта стратегия называется buy the dip, или buy the motherfucking dip, еще как правильно ее называют, OG гангста трейдеры. Короче... Вот, мы покупаем эти сильные проливы, и в итоге оказываемся в профите. Это, ребята, бычий рынок. Если он, соответственно, бычий, то он вот так выглядит, и дальше мы вырастаем еще выше. С этой точки зрения надо покупать. Вот что я вам хотел сказать, это раз. Но это мы смотрим на битдао, а так-то, в принципе, они все сейчас практически так сходили. И биточек тоже ливанул, как мы видим с вами. Но если отдаляемся, опять же, биток всего лишь протестировал верхнюю границу канала. Верхнюю границу канала, о котором мы с вами говорим уже далеко не первый день, собственно, вот мы просто всего лишь вернулись пока на ее ретест. Можем ли мы опуститься ниже внутрь канала? Можем, и мы об этом с вами говорили на предыдущем стриме. И даже вывалиться из канала перед продолжением роста тоже можем. Поэтому тут надо, конечно, понимать, что вы делаете. Если вы трейдите этим прям активно, скальпите. Вот я сегодня рисовал, кстати, Барта Симпсона и спрашивал, а что если так? В нашем телеграм-канале, кстати, обязательно проверьте подписочку на него. В нашем телеграм-чате я спрашивал... А что если так? Готовы ли вы к этому? И оказалось, что многие не готовы просто, потому что экспонента нарушена, к тейкам мы сразу не пошли и пробились вниз. Но возможно ли, что это ложный пробой? Да и вообще, в принципе-то еще пробоя как такового нет. Посмотрите, мы все еще вот удерживаем какой-то, грубо говоря, тот же самый уровень, даже чуть выше. Вот такая шапочка Барта Симпсона. Поэтому, на мой взгляд, это все еще может быть buy the dip и полетели дальше. Ну или какая-то небольшая консолидация и полетели дальше. Поэтому я все держу. Но у меня-то какая ситуация? Я, вы знаете, разгрузил половину сделок. Вот почему я, собственно, вам это и говорил, друзья, что нужно разгружать половину. Потому что мы не знаем. Мы не знаем наверняка, докуда это дойдет локально. Да, глобально мы знаем с вами, что биткоин супер-мега перепродан. И, кстати говоря, ребят, у нас на... Это тоже очень важная тема. У нас просто супер-мега бычий сигнал. Это месячная зеленая точка на сайфере. Посмотрите, на... И на оригинальном, и на VMC сайферах загорелась месячная зеленая точка, ребята. Она загоралась у нас предыдущие всего, в прошлом всего два раза. Вот здесь на дне медвежьего рынка и вот здесь. Ну, их было две, но тем не менее это было как одна через ложную красную, и мы вышли дальше наверх. То есть все эти разы это было дно рынка. Посмотрите, мы абсолютно на вообще рекордно перепроданных значениях, откуда в долгую, конечно же, будет сильный рост. И все это понимают, и как инвесторы вы вообще должны сидеть и не дергаться. Но как трейдеры, если вы этим торгуете, вам надо понимать, вон Пифагора, я читаю, он там тилт поймал вообще, шортит, ну, кстати, красавчик, вообще респект. Вот я, например, сейчас хочу купить тачку тут на местности, она стоит, недорогую тачку просто, чтобы ездить, она стоит семеру. Я сегодня пока смотрел и общался с человеком, зашел на баланс, у меня уже нереализованный профит меньше на семеру, понимаете? И я думаю, блин, можно же было зафикситься, закрыть вот здесь по маркету close и здесь откупить снова тем же балансом, сейчас тачка бесплатная бы была. Ну блин, так тоже не бывает, ребят, всех денег не заработаешь и будут лоси по-любому. Поэтому я всегда вам говорю, что если вы лезете в трейдинг, пожалуйста, 7 раз отмерьте и 1 раз отрежьте, как говорил мой дед. Вот, а так что еще хочу сказать, что на BitGet у нас все еще продолжается соревнование. И все еще можно вступить. Вот такие призы. Призовой фонд растет, торговый объем растет. В общем, переходите по ссылке и погнали торговать вместе с нами этой волатильностью. Все фьючерсные пары, включая инверсные, засчитываются. Так что торгуйте как обычно и с возможностью. И получаете высокий шанс получить вот эти призы, которые будут расти в перспективе. Потому что у нас не очень много и выводимая крипта, это выводимые USDT. То есть не трейдинг бонусы, а реальный тезер, на который можно что-нибудь купить на бирже, например, биток. В общем, что я вам хочу еще сказать. Сижу я, роюсь по этому сайту Бенджамина Коуэна, Into the Cryptoverse. Офигенная, кстати, подписка у него, всем рекомендую. Вот, и тут что вижу? Ну, во-первых, ликвидации рекордное количество уже, ребят, у нас было. Ну и кучу разных клевых метрик. Вот, historical risk level, смотрите, исторический уровень риска. Мы отбились и пошли наверх. Логарифмическая регрессия. Опять же, вот по его версии мы ушли под нее, и сейчас... как раз тестируем ее как сопротивление потенциальное. Но если пробиваем, соответственно, как потенциальную поддержку. Потому что, конечно, рекордно перепроданные значения. Fair value, логарифмическая регрессия. Вот она, честная цена, о которой я вам все время говорю. Посмотрите, она на самом деле находится сейчас... Она сейчас находится примерно на 52 тысячах долларов. То есть вот нижняя граница 43, верхняя 64. Вот где сейчас находится честная цена биткоина по Бенджамину Коуэну, по его регрессии. И если вы посмотрите в долгую, это так и есть.
У нас бывают периоды перекупленности, перепроданности, перекупленности, перепроданности. Ну и вот эти все очень крутые метрики у него здесь. Return on investment, возвраты циклов. Вот есть возвраты после дна цикла. И здесь вы можете смотреть вот все циклы, все 4 цикла. Причем вы можете смотреть до пика, 3 месяца спустя пика или до дна. И самое интересное, что здесь есть, это пик 2021 года. Вы можете выбрать, чтобы он был в ноябре или в апреле. И картина тоже совершенно разнится от этого. Интересный сервис. Ончейн статистика, количество адресов. Хотя бы с одним сатоши. Посмотрите, как оно растет. А также вот самая крутая метрика, это, конечно, социальные сети, ребята. Вот тут приведены все крупнейшие англоязычные YouTube-каналы. Benjamin Cohen, BitBoy Crypto, Crypto Saras, Coin Bureau, Altcoin Daily, Data Dash. И посмотрите, как у них росли новые подписчики вот здесь, на булмаркете. И где мы сейчас. То есть, ну, по-моему, очевидно, что, мягко говоря, шортить сейчас не надо. Вот, ребята, примерно такие сегодня мысли. Поэтому я остаюсь в своих лонгах. Буду догружаться по тренду. Похоже, что это buy the dip, и надо покупать, потому что сейчас всех ликвиднуло, а другие продают, третьи пытаются на шортах заработать. В итоге, я думаю, что маркетмейкер всех конкретненько взгреет. Тех, кто умеет ждать, собственно. И поэтому, что я вам хочу сказать? Не теряемся, торгуем осторожно. Всем профитролей и до следующей встречи. Замутим лайвстримчик. А пока ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. И скоро увидимся. Пока.